Всем привет! Вы на канале Ford Mac. И сегодня в этом выпуске реакции мы с вами зацелим трейлер фильма Kingsman 2 «Золотое кольцо». Первая часть была просто шикарнейшим кинцом, в котором выстёбывали самые разнообразные клише про суперагентов, и черт возьми, я жду вторую часть. Ну, вот подоспел трейлер, давайте уж его заценим. Поехали! 3, 2, 1, погнали! Экси, в тебе есть то, что было когда-то во мне. То, чему нельзя научить. Задатки Кингсмена. Воспоминания из первой части. Но Кингсменами нас делает не только одежда и оружие. Кингсмен всегда готов пожертвовать собой ради общего блага. Надеюсь, ты готов к тому. Ух, что новая техника. Черт возьми. Всю штаб-базу уничтожили. Вау! Чувствую, что экшен сохранит свою динамичность. О, Ченнинг Татум! Черт возьми! Размах просто охренительный. Огромный. Ой, Джефф Бриджес. О, господи. Охереть. Вау. Ну что ж, ребята, знаете, количеством эпика в данном трейлере можно буквально захлебнуться. Мэтью Вон знает свое дело, и он отлично знает, как снимать эпичные сцены. Потому что во всех фильмах, что я смотрел от данного режиссера, они выполнены просто на высшем уровне. Рады, что пополнился состав, например, Ченнинг Татум и Джефф Бриджес. Интересно, что нам покажут данные ребята, но, блин, я жду этот фильм, и я очень сильно хочу заценить вторую часть, так что, ребята, данный трейлер получит огромный респект и лайк, это было офигительно. Ну, а на этом, ребята, думаю, все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рекомендуйте видео к следующим выпускам. Всем удачи и всем пока!